Всем привет! Во время изготовления мебельных щитов я беру 50-ку, режу на 15 мм толщиной и клею вот на такие щиты, из которых делаю свои изделия. Так вот, во время изготовления нарезки на такие щиты остаются обрезки доски вот такого плана. Так, край, который уже по толщине не подходит, тонкий, что-то мне стало жаль их выбрасывать. Я решил пустить отходы в доходы, можно так сказать. Клеил вот такой вот щит, сейчас из таких именно обрезков. Сейчас он примерно 7-8 мм толщиной, пропущу через рейсмус. Где-то на 6, наверное, может на 5 миллиметров. И сделаю, есть у меня задумка, сделать абажур для светильника. Увидим, что из этого всего выйдет. Ну вот, все детали моему светильнику готовы. Как делал, я не снимал, потому что, ну, в принципе, снимать здесь нечего. Нарезал, склеил. И готово. Тем более, я уже снимал подобное видео. Уставлю ссылку, если не забуду. Там я делал из фанеры светильник. Здесь тоже сделал выборку под укладку проводов, чтобы было куда им прятаться, крепление к потолку, такая из архива вытащил переходную такую втулочку, можно сказать, соединительную. Патрон был с таким креплением для люстры, я его открутил и через эти монтажные отверстия прикручу сюда уже к этому. И получилась у меня такая вот люстра из дров, можно сказать. Ламели были разной толщины, 7-8 мм. Это после рейсмуса, мой рейсмус меньше 6 не берет. Можно было бы, конечно, сделать меньше, подложить еще досточку под низ. Можно было бы делать еще меньше, тоньше, но смысла нет. 6 миллиметров получается стенка. Насверлил вот таких отверстий разных, и вместо того, чтобы сжечь эти обрезки, получается вот такая достаточно привлекательная вещь. Я это видео снял не для того, чтобы вам показать, как делать светильник, в принципе, что здесь делать может сделать каждый. Меня больше в последнее время начал волновать такой вопрос, как уничтожение нашей природы, лесов. На Украине это в последнее время очень заметно. Все, что не спи, в этом году решили сжечь, а потом спить. Если так дальше пойдет, нашим детям уже не будет куда сходить, даже в лес подышать воздухом, грибы, ягоды. Будем жить в пустыне. Никто об этом не думает. Я думаю, что вот такие столяра, как я, или остальные думающие люди,
В принципе, могли бы каждый, если вот уже используешь этот, считается возобновляемый ресурс природы, можно выйти с семьей, с друзьями или с предприятия, какое там занимается деревообработкой, и не только, и посадить какой-то участок деревьев, саженцев, чтобы что-то осталось нашим детям, не только вырезать, за бугор продавать на дрова. Я как посмотрел, какие у нас дрова продают. Ясень где-то 60 сантиметров в диаметре, порезанные на метровке привозят, продают как дрова. Это у меня лично как у столяра сердце кровью обливается, глядя на такие дрова. Никто не думает, сколько тут ясен рос, если его посадить, сколько он будет расти. Уже сейчас заметно изменения в природе. Зимы не было в этом году. Весной засуха. Убиваем потихоньку природу. Так, вернемся к плафону. Решил я, чтобы максимально хотя бы использовать уже те деревья, которые позрезали, пустили на доску, максимально использовать дело, вместо того, чтобы сжечь вот эти ламельки, я сделал вот такой плафон. Кто-то скажет, жлобство, но при таком подходе хоть одно дерево за свою жизнь сэкономлю. Это, конечно, смешно звучит, но с этим что-то нужно делать. Все, можно покрывать лаком и вешать на потолок.